Итак, всем привет! Всех приветствую зрителей, подписчиков моего канала. Сегодня я вашему вниманию хочу предоставить игрушку Dead or Alive 5 Last Round. Игрушка в стиле Tekken. Ссылка на скачивание будет под видео в описании. Так, после установки заходим в настройки, посмотрим. Так, Windows Mode оставляем пока так, чтобы игра у нас была в оконном режиме, чтобы мне удобнее было работать. Так, к этой игрушке подходит геймпад, что в моем случае имеется в наличии. Сейчас посмотрим, что за игра. Так. Истории. Пам-пам-пам. Так, аркадный бой. Соло матч. Так. Опа. Сколько бойцов. Красивейшие девчонки. Да. Четко сделано. Так, ну ладно. Надолго не будем зацикливаться на бойцах. Так, сейчас выберем какую-нибудь мартышку. Какой-нибудь костюм разный. Пусть будет в этом платье. Прикольные купальнички. Сдачи дает. Нифига себе, как мой каблуком, блин. Опа. И носик сломала. Да, после таких ударов уже навряд ли очухаешься, блин. Нифига себе. Так, мы даже победили. Довольно-таки прикольно сделано. Так, мы за рога, блин. Типа, успокойся. Да-да, я встану, ё-моё. Нифига себе. Вот так. Обалдеть, обалдеть. Это, блин, деваха. Да оно практически голое, блин. Проломило мной стену. Да мы проучим. Так, нифига. Ругается, зараза. Ну да, так довольно-таки игрушка неплохая. Очень качественно сделана. Красиво. Для любителей файтинга подойдет. Так, всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.